Впереди этот удивительный праздник Боговоплощения, когда мы будем с вами всем миром прославлять светлое Христово Рождество. И вот перед этим удивительным событием в воскресенье Святая Церковь предлагает нам Евангелие, с которого начинает свое благовестие апостол и евангелист Матфей. Кто открывал первую книгу Божественного Евангелия, наверняка притыкался, сомневался, а может быть, даже прочитав несколько строк, даже откладывал эту книгу на какое-то время. Но как ее можно сразу понять? Кто там кого родил? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И как это вообще? Мы понимаем, что у нас рожают женщины, а здесь по линии мужчины. Да, в ветхозаветный период, особенно в тот период, когда родился на земле Христос, родословие шло не по матери, а по отцу. И поэтому уже начинает быть понятным, а что вкладывает смысл апостол-евангелист Матфей, когда обращает это Евангелие именно к иудеям, именно к тем, которые распяли Христа, и среди них потом стало очень много последователей. И вот чтобы разъяснить им истину веры, апостол Матфей и указывает, что Христос и есть тот самый обещанный Мессия, которому должно было прийти и родиться от Девы, и спасти весь человеческий род, и быть, как сказано, спасителем, что в переводе с еврейского означает «помощь Божия», то есть быть помощником от Бога во спасении всех людей, того самого Спасителя и Мессию, которого ожидал Израиль. Каждый, кто начинает исследовать Писание, а ведь это завет самого Господа, мы думаем, да, это не важно. Не читая Ветхий Завет, мы вообще не поймем даже ни одной страницы из первого. Вот сразу, кто такой Авраам? Кто такой Исаак? Кто такая Раав? Кто такая Фомарь, блудница? Кто это? Почему они в родословии Иисуса Христа? Ведь мы понимаем, если святой Иисус родился, у него и родословно должно быть святое. А евангелист говорит, нет, Христос пришел не праведников спасать, а грешников. И мы уже понимаем, что, оказывается, и у нас есть не все святые в роду, да? Мы с вами не от рода Серафима Саровского, и каждый из нас не от рода Сергия Радонежского. Вот было бы хорошо, что у нас бы все были вера, надежда, любовь, мать их София и я. Но так не бывает. У нас есть в роду разные родственники, и мы не знаем, кто какой смертью заканчивал. А ведь мы с вами не безродные люди в этом мире тоже. Не случайно иногда людей, которые не помнят своего родства, называют Иванами, не помнящими своего родства. Если мы свое не помним, давайте вспомним родословие, родство Иисуса. Евангелист открывает, что он, оказывается, имеет свою родословную. И в ней мы видим не только людей праведных, как Авраама, как Давида, которого церковь прославляет в лике святых, но он же согрешил с Версавией. Поэтому церковь не скрывает, и апостол раскрывает весь этот перечень лиц Священного Писания, которые были не лишены греха. И вот мне сегодня хотелось бы, просто открыв эту первую книгу, как вот сегодня мы читали и в поучении святого митрополита Петра, память которого мы совершаем, с чего начался его духовный путь? С чтения Писания. Причем все Писание Бога вдохновенно говорится в Священном Писании. Это слова самого Христа. Все Писание Бога вдохновенно. И потому нельзя там отбрасывать это мое, это не мое. Ты не понимаешь этого, поэтому помолись, возьми толкование. Вот почему для чтения Святого Писания нам понадобятся святые отцы. Толкование для того, чтобы понять своим умом грешным, плотским, развращенным, страстным умом, как понять Святое Писание. Вот для этого нам нужен ум святых, которые толковали, молились всю жизнь, постились, изучали все от корочки до корочки, и нам передавали, вот так понимая эту строчечку. И Бог за святую жизнь им открывал тайны, и они писали для кого?
чтобы мы с вами, читая святых отцов, понимали Святое Писание. Если мы этого читать не будем, мы будем только, знаете, загружать свой ум новостями, соцсетями и всевозможными терактами и статистикой коронавируса. Вот у нас вот это будет в голове. И когда мы начнем переходить от этого вируса в голове к тому, что рано или поздно все равно откроется перед нами, а это Царство Бога, о котором эта книга, и как его достичь, вот тогда мы поймем, что потрудись сначала, как отцы говорили, сначала человек должен себя понудить читать Святое Писание, а потом он навыкнет. Слышите как? Сначала не хочется, сначала трудно покажется. А вот давайте с Рождества Христова начнем читать Ветхий Завет все вместе. Давайте обратим внимание, вот сегодня очень важно, братья и сестры, в родословии Иисуса Христа встречаются четыре женщины. Четыре женщины и одна дева. Интересно, кто они были? Почему евангелист раз говорит, что родил, почему там четыре женщины? И почему он вкладывает в родословие эти четыре женщины? Кто были они? Вот давайте мы с вами коснемся этого. Итак, мы с вами не будем читать все, я просто обращу внимание на вышесказанное. Иуда родил Фареса и Зару от Фамарии. Кто это была такая? Это была та самая женщина, которая, потеряв мужа, она хотела иметь детей от своего свекра. В 38 книге Бытия описывается, как это произошло, как она сняла с себя одежды вдовства, оделась блудницей, села на переходе двух дорог, по которой шел этот вот некий праведник, о котором сегодня говорится, Иуда. Иуда, то есть это тот ветхозаветный еще. Да, это тот один из сыновей Иакова. Один из сыновей Иакова, которого не 12 вместе с прекрасным Иосифом помещает в Евангелие, евангелист Матфей, а берет одного Иуду, и от него рождается, то есть не от него, а он уже пишет, от Фамари рождается Фарес и Зарра. Кто это такие? Как интересно, глубже, глубже, копай глубже, ты такую найдешь сокровищницу, такой клад откроешь, что тебе вообще вот эти социальные сети вообще отойдут на дальний план, потому что это будет тебе интересно, кто они в родословии Христа. И почему она туда попала? Оказывается, она зачинает от Иуды. Берет от него залог, печать и трость. А тот узнает, что, извините, она беременная. Как она могла забеременеть? Она ж не узнана была. Она была закрыта. Он и не узнал, как зачала она от него. И он ее предлагает предать страшному наказанию. Сжечь ее. Сжечь эту блудницу. Представляете? Она говорит, да, но только вот пусть после того, когда опознают. Вот у меня перстень есть его и жезл. Вот это отец. Представляете? И вот первая женщина, которая попадает в родословие Иисуса Христа. Дальше. Салмон родил Вооза от Рахавы. А Рахав это была кто? Рахав это та самая блудница, которая соглядатаев, которые послал Иисус Навин, она спрятала и сокрыла их. И они пообещали сохранить ее и ее дом, и родственников. Тоже блудница. Ничего себе родословная, да, кто-то скажет. И дальше. Вооз родил Авида от Руфи. А Руфь кто такая? Это еще одна женщина, третья в родословии Иисуса Христа. Мавитянка, иноплеменница. Она была язычница. И так дальше идет перечисление. А вот еще важное, на что обращает внимание четвертая женщина. Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Вот здесь даже не называется ее имя. Версавия, мы знаем ее. Откуда мы это знаем? Из Ветхого Завета. Потому что Давид своего военно-начальника отправил на войну, соблазнившись женою своего подчиненного, отправляет его на верную смерть, а его жену делает женою своею. Вот почему и говорит Матфей, что, оказывается, Давид родил Соломона от бывшей за Уриею. Урий так звали мужа этой
Версавии. Вот потому четвертая женщина, давайте посмотрим, две блудницы, одна иноплеменница, а одна прелюбодейка. Вот это попадают в перечень родословия нашего Спасителя. А для чего это приводит, эту правду? Может быть, сказать, да как же мог святой такой родиться от такого грешного рода? Оказывается, вот здесь и ответ. Христос пришел спасать не праведников, а грешных. Он, оказывается, не палач грешников, а врач. Он пришел исцелить, а если быть более точными, взять на себя наши недуги и понести наши с вами болезни. Он берет на себя болезни всего рода человеческого. Почему и начинает родословие от Авраама? А почему нет Адама? Вы не задавали себе вопрос? Я задавал. А почему родословие Иисуса Христа начинается от Авраама? Авраам родил Исаака и так далее. А где же Адам? Мы же читаем с вами первую книгу. Адам, Ева, оттуда же надо было бы. Оказывается, вот снова ответ я нашел у толкователей святых отцов. Почему от Авраама? А потому что, оказывается, первым, кому вменилась вера в праведность, был Авраам. Все остальные приносили жертвы, плакали о грехах своих. Но праведным, которому вменилась его вера в праведность, был Авраам. Вот почему от этого человека, тоже не лишенного греха, но по вере своей, получившим вот это наименование праведного, и начинает родословие евангелист Матфей. Но я бы не до конца дочитал, если бы не обратил ваше внимание, дорогие братья и сестры, на очень важный 16 стих. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Внимательно читающий, да разумеет, я повторю, после длинного перечня, кто кого родил, мы доходим до 16 стиха. Иаков родил Иосифа, мужа Марии. Мы с вами знаем, что мужем по-настоящему он не был, он был хранителем девства. А потому совершенно точно пишет евангелист Матфей, вдумайтесь, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Не он родил, а от Марии сам рождается Спаситель. Об этом скажет евангелист Лука в своем Евангелии. Ибо ныне возвестил ангел, и он передаст эти слова, которые слышали пастушки, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вы слышите? Он сам родился, он сам изволил. Это его добрая воля, это еще совет Святой Троицы о спасении человеческого рода. Вот потому не Иосиф родил, а Христос родился. Я хочу попросить всех, кто сейчас меня слушает или смотрит. Давайте, у кого есть дети, выучим вот эти слова ангела, который сказал пастухам вот эту благую весть. Выучивая вот эти слова, они так просто детям даются. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Знаете, дети уже, даже ручками уже. «И радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом». Она еще, конечно, не понимает, что такое город Давида. Но запоминай, запоминай, потом поймешь. Спаситель. Кто такой Спаситель? А кто это? Ребенок еще не знает, что такое спасение. Но ты уже, как мама, папа, ему об этом рассказываешь. Родился Спаситель, который есть Христос, Господь. Вот попробуйте увидеть лица детей, которые вот так учат эти две строчки. Напомню, вторая глава от Луки, 10 и 12 стих. Есть такое замечательное словосочетание, приведу его. «Обнимайте малышей под любым предлогом, ведь от маленьких детей еще пахнет Богом». Вы слышите, какие прекрасные слова? «Обнимайте малышей под любым предлогом, ведь от маленьких детей еще пахнет Богом».
Давайте вот Словом Святым напитаем душу наших малышей, которые еще и пахнут Богом. Они нас учат этой чистоте. Когда мы на них смотрим, Господи, вот неужели мы были такие святые, как эти младенцы? Дай Бог, дорогие, чтобы мы не ленились с вами. И да поможет нам с вами Господь, дорогие братья и сестры, быть немножко лучше в этом году.